Мария Захарова высоко оценила усилия КНР по борьбе с терроризмом. Об этом официальный представитель МИД России заявила СОПКОРу CGTN, отвечая на ее вопрос. Недавно пресс-канцелярия Госсовета КНР опубликовала «Белую книгу. Правовая система и практика Китая по борьбе с терроризмом». Один из ее ключевых тезисов в том, что некоторые страны применяют двойные стандарты в вопросах борьбы с терроризмом, политизируя права человека и используя их в качестве оружия для нападения на другие страны. С этим тезисом согласна и представитель российского МИД. Вы знаете, появление такого документа весьма своевременно и отражает схожие с российскими ключевые оценки угроз, нарастающих в мире и в условиях деградации международной системы террористической безопасности или контртеррористической безопасности. Мы плотно работаем с китайскими партнерами на различных профильных площадках. Это и ООН, и БРИКС, и ШОС, конечно, и развивает двустороннее контртеррористическое сотрудничество. И мы с уверенностью можем сказать, что Китай и Россия последовательно выстраивают линию, нацелены на борьбу с терроризмом на основе международного права без ущерба интересам друг друга или других государств. Вот это нельзя сказать о коллективном Западе, прежде всего, нельзя сказать о США и его западных союзниках. Опубликованный китайскими коллегами документ является важным сигналом всем конструктивным силам к сплочению, к системной работе по обеспечению глобальной безопасности и стабильности.